Всем привет! Сегодня у меня на обзоре Glock 17 Gen 3 от фирмы VE. Поехали! Значит, что мы имеем? Сам Glock, вот он так выглядит. Корпус у него пластиковый, затвор металлический. Вот такой у него прикольный прицел. Значит, магазин. Магазин на 25 шаров. У него заправляется специальный газ. Это не электрический пистолет. То есть он на газу, у него есть blowback. То есть когда вы стреляете, у вас затвор туда-сюда, может быть, ходит. Значит, прикольный прицел, не знаю, говорил-то или нет, я уже забыл на самом деле. Значит, сейчас сниму затвор, покажу вам, что внутри. Мало ли кому-то интересно. Так, вот так вот корпус выглядит внутри. И вот сам затвор. Мало ли кому интересно, вот это вот колесико отвечает за настройку хоп-папа, то есть за закручивание шаров. Стреляет он со скоростью 90-100 метров в секунду. Стоит он 7500 рублей, имеет только один полуавтоматический режим. Если вы хотите, чтобы у вас блок был и с полуавтоматическим, и с автоматическим режимом, тогда вам придется где-то переплатить где-то 1000-1500, и у вас здесь еще добавится такой переводчик. Значит, еще вы можете взять из, ну, оба вариации с разными, например, раскрасками. Здесь может быть бежевый, может быть гравированный, может быть серебристый. В общем, кому что зайдет, за это, конечно, тоже надо переплатить. То есть вот он в стоке, идет вот такого вороненого черного цвета. Вот сейчас я заправил магазин грингазом, если кому интересно, вот так он выглядит. Значит, это баллон на 1 литр, но здесь на литр 900 миллилитров. Есть еще такой же баллон, только на пол-литра. Это, например, если вы пойдете играть, чтобы с собой не таскать такой огромный баллон. Так. Ну, я не стал показывать, как это делать. На самом деле, заправлять очень просто. Я сам покажу, что такое blowback. То есть, и смотрите. Да, то есть затвор сам возвращается в свое положение. И я отмечу это плюс и реалистичность. Типа, самому прикольно, на самом деле. Например, у электрических, да, пистолетов такого нет. Его просто стреляете как статичный пистолет. Это, конечно, не особо прикольно, а тут реалистичность какая-то есть. Вот, сейчас давайте перейдем к тесту. Значит, расстояние 6 метров, я стреляю по коробке. Проверим. И я уже показал вам, ну, типа на ближнем расстоянии, как-то все было видно. Наверное, это было ожидаемо. Коробку пробило насквозь. Там вот застряли шарики. Давай сейчас от ближней дистанции, как это все видно. Ну и под конец, что бы хотел сказать. Делайте выводы сами для себя, нужен вам этот Glock или не нужен. Я вам, если что, советую брать сразу с переводчиком, чтобы вы на игре могли нормально по людям жарить. Не по пульке, а сразу очередью. Ну и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.